Привет-привет, мои дорогие! И сегодня я хочу обсудить с вами сумочки. То, что мне предлагает мой Pinterest. Смотрите, начинаем с сумочки Burberry. К сожалению, у нас Shop Style нам не перейти. Он для нас закрыт. Но посмотреть картиночки-то мы можем. Видите, Burberry сумочки. Вот, казалось бы, ничего особенного. Очень мне нравится. В стиле милитари. Давайте посмотрим. О, да тут много. Так. Какая рыбка. Кто это у нас? Не видно рыбку. Ну ладно, рыбка хороша. Дольче Габбана. 12-й год. Смотрите, вышитая сумочка. Вот у меня есть несколько сумочек старых, которых я не выкидываю. Тоже мечтаю их обвязать или вышить. Как думаете, получится? Вот опять милитари какая-то. Фигнюшка. Кто-то вкладывает. Ну вот это уже не очень. Может, фотография такая. Вот мешок. Это что-то Ральф Лорен не очень модное. Тренды. Хантерку. Охотник. Тренд охотник. Кстати, охотник идет по лесу с такой сумочкой. Лайла. Ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Опять Барбари. Ну вот, казалось бы, ну вот то же самое. Вот то же самое, но все равно не то. Какое-то золотое сечение в их изделиях присутствует. Неуловимое взгляду, непонятное, но оно есть. А тут дубовые листочки. Так. Ого, какой дракон! Дракон, я люблю тебя, дракон! Это Валентина, весна 16-го года. Представляете, какие сумочки? Слушайте, я не видела, мне очень нравится. В милитари, в сумочках. Девчонки, кто шьет? Сшите мне сумочку, такую не надо. Такую, а вот такую надо, вот такую я хочу. Вот, даже зеленую. Я, блин, для этого что-нибудь свяжу себе, ботиночки зеленые куплю. Чтобы она мне шла, и я пойду в этой сумочке. Вот синенькая есть, мой любимый цвет. Господи, помилуй, какие красивые сумки. О, какой мешок оригинальный. Слушайте, вот продается же вот такая ткань. Причем разная. Есть брендовая, есть просто мужикам шить костюмы. О, тут выкройки есть, смотрите, как здорово. Вот выкройка, пожалуйста, хотите кожаную, хотите материи. Но я думаю, что главное в этом образе шапочка все-таки. Девушка стройная, шапочка интересная, и сумочка уже под стать. Вот тоже хорошая сумка, отличная. Вот опять милитари с крашеным кармашком, со звездой. Сердечко тут же. О. Вот сумка-мешок с дырочкой на боку. Вот это красивая. С кожей и с кожей. Слушайте, а вот как вы относитесь к натуральной коже? Говорят, это не экологично. Ну, никакая эко-кожа с натуральной не сравнится. Я, конечно, все понимаю. Я за защиту животных. Но кожаные сумочки это и обувь это лучшее. Вот трубочка какая-то японская. Барбари, да ты надела сумочки во всех цветах, даже таким модницам. Какой ты молодец, Барбарюша. О, пожалуйста, вот смотрите, из брезентовой старой палатки. Сейчас уже с такими не ходят, они тяжелые, сейчас новые сделали, двухграммовые. А палатка-то лежит, выкинуть жалко, девать некуда. Взяли, раскроили, сумок настрочили. Вот видите, какую-нибудь яркую фуксию, ремешок и все. И побежала. Ой, штанишки лучше, сумочки.
Вот опять тоже эти старые куртки. Моя мама такие куртки на работе выдавали раз в полгода. Она на химкомбинате работала. Ну, такие вот курточки такого цвета, брючки. Костюмчики им давали. Надо раскроить и сшить. Да, чем больше букв, тем лучше. Вот опять сеточка какая-то. Да, мне нравится. А, это как Луи Виттон. Видите, мне нравится сразу какая-то марка. Сразу что-то придумали. Сразу что-то хорошее. Цвет хороший. Льняная, походу. Замш. Отлично. Такая форма сейчас мне что-то нравится стала. Такая углубленный рюкзачок, но который на спину не вешается. Терпеть не могу рюкзаки. О, красивый цвет. И сумочка, и в Сен-Лоран. Посмотрите, какая сумочка. Милитари. Вообще огнище. Огонь. Огонек. Так, а вот, пожалуйста, вам сшитый из куртки. Не успела я подумать, а кто-то уже взял и сшил. Мэдисон Скотт. Вот он, Мэдисон Скотт. Вот из джинсиков что-то наляпан. Зато фурнитура хорошая, кожаная. Смотрите, опять же, милитари. И с оранжевым, как красиво. Главное, качественные швы. Все остальное фигня. Мелочи жизни. Понятно. Так, ну давайте... Я хочу барбарюшек посмотреть побольше. Где у нас тут барбарюшки? Вот они, лапушки. Вот они, красавушки. Вот они, гуленькие. Лайла. Лала, вот эту зеленку. А тут вам, пожалуйста, вот такая. Но это уже не Барбари. Вот такая, смотрите, какая хорошая сумочка. Это что-то тут такое веселое. О, вот это красиво. Вот синий цвет. Я обожаю синий цвет. У меня очень много синей одежды. Надеюсь, он меня так же любит, как я его. О, Барбери. Барбери сумочки. Сумюшечки. Ну, в общем, ребята, вы поняли, сумок на Пинтересте вагоны. Заходим, развлекаемся. Присылаем мне свои любимки. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока.